он начал строить электростанцию в Гане. Ему нужно было в Гане строить. Ой, вообще. Значит, молочная кухня, где выдавали детям, талоны были давали в поликлинике, там детям выдавали такое питание детское. Ну, всякие супчики, кашечки, все такое. И, значит, очередь была, наверное, больше километра в эту молочную кухню, чтобы получить вот такую булочку. Вот такую булочку. Начал кукурузу. Помню, мы сидели в кино, в кинотеатре, и был какой-то фильм, и он начинался, этот фильм, с того, что показывают кукурузные поля. Весь зал хохотал, надрывался, потому что это был символ Хрущева, эта кукуруза. Ну, по-моему, его в 64-м сняли, да. Именно за это. Да его уже, он возомнил из себя, он прямо туда же.